было бы неплохо, девчонки, если бы вы тоже работали. Не потому что, чтобы вы тащили лямку там семейную на себе, вот эту финансовую, но чтобы не зависеть от мужика, чтобы вы жили с мужиком не из-за денег, а потому что любите его. Понимаете? Это же так просто. Не вот эти, типа, да, я живу с мужчиной, я его не люблю, но он зарабатывает деньги. Так ты шлюха. Да, вы обвенчаны в церкви, но ты шлюха. Ты живешь с мужиком за деньги. Это шлюшничество. Друзья, бабы, простите меня, пожалуйста. Я разведенка с прицепом. Вот это вот как вы все считаете. Но я не шлюха. Представляете? Парадоксально. Я не сплю с мужчинами за деньги. Если я сплю с мужчиной, потому что... Я сплю с ним, потому что я его люблю. Потому что я его хочу. Ладно, допустим, может быть, и не люблю. Но я его хочу на данный текущий момент. А не потому, что он мне оставит на тумбочке денег, и мне будет на что кушать всю недельку. А вот это все. Ну да, окей, ты законная жена, ты. Вот я должна с ним спать. Потому что если я не буду спать, он будет спать с другой, и он будет к ней тогда уходить, и ей будет давать денег. Поэтому мне надо с ним спать. Ну и спи, спи, спи. Ты можешь называть его мой муж, мой любимый. Пофиг, называй как хочешь. Это шлюшничество, ты шлюха. Чего, одеяло так натянуло? Потому что, чтобы на сиськи вы не отвлекались, блин, серьезный разговор. Я и не начесала волосы, видите, в образе Марии Антуанетты лежу.